Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции Лерука. Следующая точка. Е40 Фэнгун контролирует фронтальные части головы. Как это фронт? Ну вот, передо мной то, что я вижу, это фронт, а затылок это, скажем так, совершенно другая часть. Итак, фронтальная часть головы. Понятно, что голова это чуточку выше бровей уже, скажем. И если у человека есть головные боли во фронтальной части, у человека были удары, ушибы. У человека, допустим, часто головная боль во фронтальной части головы, вот в этой области. И он не знает, что делать. То через точку Е40 вы можете помочь при таком виде головной боли. Допустим, человек получил травму фронтальной части головы. Может ли он через точку Е40 помочь, скажем так, справляться с этой травмой? Пожалуйста. Человек попал в аварию, ударился головой, лобной частью. И, конечно же, у него осталась эта боль надолго. И, скажем так, дает о себе она вспоминать. Можем через точку Е40 мы помочь данному человеку? Да, можем. У человека частенько болит лобная часть и фронтальная часть головы. Прикоснулся человек руками, и у него возникает сразу же боль. Поверхностная боль вот такая вот нежная. Может ли человек через точку Е40 Фэнгун помочь себе при такой боли? Да, может. Нужно знать, что в таких ситуациях, если частенько болит фронтальная часть головы, следует, как всегда, брать во внимание все те меридианы, которые проходят, ну, допустим, меридиан желчного пузыря, меридиан печени, желудка, сердца. Вот я назвал таких вот основных, скажем, 4 меридиана, которые проходят по фронтальной части головы. Ну и еще, конечно же, что? И желудок уже мы знаем. Вот 5 меридианов. В каком они состоянии? Если эти меридианы частенько воспаляются, то и лобная часть будет что? Уязвима. Если данные меридианы очень слабые, вялые, то и данные что? Область что? Слабенькая. А уже из того, что я вам сказал, сколько меридианов слабые, можно взять и основные точки этих меридианов и включить точку Е40 и спокойно бороться с любым проявлением головной боли, либо с различных боль, травм, ушибов фронтальной части головы. Спасибо за внимание.